С вами Татьяна Рыцкая и проект Endopatheries Beauty. И сегодня нашим гостем в нашей студии является врач-косметолог, именно практический врач, который работает в салоне Aesthetic Club Киселева Ольга, город Санкт-Петербург. Добрый день. Мы пригласили Ольгу для того, чтобы ответить на вопросы именно наших зрителей, которые периодически присылают нам на почту и спрашивают, в чем отличается уход за кожей лица, например, в 30-35 лет, в 50, есть ли разница, или вот сейчас очень модные такие интенсивные сыворотки, да, терапии. Когда нужно начинать? В 25 или когда уже есть морщины? Кто-то боится навредить, а кто-то наоборот боится, там, начинает ухаживать за собой интенсивно в 20 лет, чтобы как можно дольше сохранить молодость. И для нас важно, чтобы все это было уместно и чтобы это было для красоты и здоровья, действительно, чтобы не навредить. И лучше всего, конечно, может ответить врач. Ольга, к вам такой вопрос. Вот, есть ли вообще различия, да, уход за кожей в 35 и уход за кожей в 50 лет? Ну, безусловно, различия есть. Если тут надо соблюдать определенные правила, во-первых, не должно быть фанатизма. К сожалению, мы сейчас в косметологии сталкиваемся, когда действительно в 20 лет начинают уже применять и филлеры, и какие-то бесконтрольно применяют инъекционные методики. В то же время вы должны понимать, что все уходовые процедуры должны быть по вашему типу кожи. В 35 лет основные принципы ухода такие же точно, как и в 20, и в 25. Это очищение, тонизация кожи, увлажнение и питание. Единственное, что особое внимание должно уделяться коже вокруг глаз. Потому что эта зона стареет, к сожалению, в два раза быстрее, и потом очень быстро начинает выдавать возраст. И я всегда говорю своим клиентам, вы можете забыть нанести крем на лицо, но в каком бы состоянии вы ни были, кожа вокруг глаз – это два раза в день обязательно нанесение каких-то средств, сывороток, кремов утром и за два часа до сна. Это обязательно. А почему именно за 2 часа до сна? Вот многие наносят 15-20, умылись и спать. А потом начинают жаловаться, что крем не подходит, потому что утром отеки. Угу. Ну, потому что действительно, эта кожа у нас в этой области ночью уже она так не работает, как кожа, например, лица. Она отдыхает, спит. Да, она уже, к сожалению, ну, просто по своим структурным элементам нежелательно наносить крем именно перед сном, потому что, к сожалению, да, возможны потом отеки. Особенно это характерно для женщин, у кого есть уже склонность к отекам в этой области. В 35 лет, помимо основного ухода, это крем вокруг глаз, как я уже сказала, дневной крем, ночной крем, здесь уже необходимо применять сыворотки. То есть это средства с более концентрированными веществами. В отличие от обычного крема, туда входят компоненты более активные, которые восстановление кожи дают более активное. И наносится такая сыворотка перед тем, как наносить крем. Угу. Желательно хоть с небольшой временной паузой, промежутком. 5-10 минут должно пройти, чтобы она успела впитаться. Угу. Как раз многие клиенты спрашивают, у нас интенсивная сыворотка Ревела. Спрашивают, а нужно ли обязательно наносить крем после сыворотки, если ощущение вот на лице довольно-таки приятное, кожа потянутая, увлажненная, и вроде бы крем не хочется наносить. То есть нужно или это смотреть по состоянию кожи, потому что сыворотка, в принципе, сама по себе довольно-таки богата полезными веществами, можно сказать, да, и пептидами, и гиалуроновой кислотой, и масло вечерней премулы, вот в таком случае, что скажите? В идеале нужно наносить, потому что иначе компоненты сыворотки, они будут в том числе и испаряться с кожи, то есть вы создаете такой немножко как компрессик, с одной стороны. С другой стороны, если кожа, например, склонная к жирности, и чтобы вы не нанесли любой крем, вот к вечеру многие жалуются, начинают потом лицо как блином протертое выглядеть, то обладательницам такой кожи, в принципе, достаточно одной сыворотки.
Но если это зимнее время и кожа, например, склонна к сухости, все-таки желательно после сыворотки крем применять. Угу. То есть нормально, потому что вот как раз такой вопрос и задавали. А есть еще вот сыворотки с активными компонентами, которые идет, ну, у нас, например, сыворотка ультравлажняющая на нижнюю часть лица, которая делает лифтинг, и сыворотка для кожи вокруг глаз, наоборот, которая, да, вот, расслабляет и питает как раз веки. Многие считают, что если просто написано сыворотка увлажняет, давай я буду наносить на все лицо. Есть ли разница, да, вот расположение мышц и вообще что должно наноситься, верхняя часть лица и нижняя? Ну, честно говоря, особой разницы нет. Единственное, что средства вокруг глаз, они структуру имеют другую, может быть, более легкую, какие-то тяжелые компоненты не добавлены. Потому что кожа, например, лба, она тоже может пересушиваться в эпидермис. Эпидермис у нас везде одинаковый, здесь тоже может не хватать влаги. А если влаги не хватает, то, понятное дело, процессы старения у нас ускоряются. Здесь еще надо помнить, где брать эту влагу. Вы можете пользоваться прекрасными средствами увлажняющими, но если организм у вас недополучает достаточное количество воды, то та гиалуроновая кислота, она же для чего мы ее наносим на кожу или колем, она притягивает на себя воду, чтобы потом эту влагу удерживать и не давать быстро образовываться этим морщинкам, в том числе и мимическим. То вы должны помнить, что питьевой режим надо соблюдать обязательно. Литр, полтора литра воды в день рекомендуется все-таки выпивать. Опять же, такой совет, мы обычно говорим крем под глаза или крем на лицо. Угу. Хочется дать совет женщинам, где у вас заканчивается лицо? Правильно, лицо у вас должно заканчиваться вот именно в этой зоне. Конечно, если на вашем туалетном столике присутствует отдельное средство для кожи, шеи, декольте, это прекрасно. Но обычный крем для лица, неважно, он там ночной или дневной, он прекрасно справляется с этой зоной тоже. Мы эту зону всегда обделяем, и она тоже потом начинает у нас выдавать возраст. И какие бы процедуры уходовые вы ни делали, в любом случае в 35 лет уже давно пора пересмотреть свой образ жизни. Я имею в виду вредные привычки. Курение, как известно, одна сигарета, которую вы выкурили, сужает периферические, как раз, которые у нас на коже находятся, сосуды на 4 часа. Соответственно, нету нормального питания кожи 4 часа. Если 3-4 сигареты, то это 4 часа еще вы покурите. Если вы еще при этом спите меньше 8 часов и мало находитесь на чистом, свежем воздухе, что, в принципе, для жителей мегаполиса вообще нереально, то стрессы какие-то, да, режим питания, полуфабрикаты, маленькая... количество овощей и фруктов, хотя стоит сказать, что, к сожалению, овощи и фрукты у нас не содержат не то, что нужного количества питательных веществ, минералов и витаминов, они у нас, в принципе, не содержат ничего. То есть свой организм в дополнение нужно поддерживать БАДы? Конечно, это обязательно, потому что даже если вы, например, принимаете какие-то БАДы, препараты, вот коллаген сейчас любят принимать, надо знать такой момент, что если в организме не хватает витамина С, этот коллаген, он не скрутится, он должен скрутиться маленького коллагена, чтобы был от нее эффект. То есть биологически активные добавки принимать надо обязательно. И по-хорошему не делай перерывов между приемами, потому что это не витамины не аптечные, синтетические, которые у нас в принципе ряд побочки дают. Это компоненты именно натурального растительного происхождения. Как уже сказала, питьевой режим, соблюдать режим отдыха, отказаться от вредных привычек, биологически активные вещества, витамины, минералы. Это все тоже направлено на сохранение молодой, здоровой кожи. Здесь еще, и, конечно, играет роль и генетика, потому что сказать, что в 35 прям все должны, некоторые должны уже в 25. То есть, если мимика очень активная, если, ну, видно, что кожа, да, будет, например, стареть, как у мамы. Рано, долго морщинистый тип старения, таким женщинам надо раньше начинать ухаживать за собой, посещать в том числе и салоны, в какой-то степени даже где-то прибегать и к инъекционным методикам даже в этом возрасте. А вот мы как раз говорили про гиалуроновую кислоту, да, которую, ну, как бы кто-то внутрь принимает, здесь вот в сыворотке есть.
низкомолекулярные, которые проникают, а есть еще инъекции. Вот плюсы и минусы, потому что я слышала такое, вот, да, вот человек делился мнением, тот, который в свое время делал инъекции, что первый раз хватило инъекции результата на 6 месяцев, потом уже немножечко на меньше, да, вот меньший срок. С чем это связано и да. Как правильно делать? Есть такие нюансы. Во-первых, смотря что человек колол, либо это был биоревитализант, гиалуроновая кислота, либо это была гиалуроновая кислота, входящая в состав каких-то мезотерапевтических коктейлей. Во-первых, поначалу, да, возможно, действительно, эфир длится дольше, но мы же не забываем, что мы это стареем с годами. Конечно, уже надо увеличивать курс, не только, например, инъекции той же гиалуроновой кислоты. И если в 35 лет вам достаточно сделать курс из 6 процедур массажа раз в полгода, то, возможно, ближе к 50 годам это уже будет и все 10 процедур. Это же касается и инъекций, то есть много факторов. Например, когда-то, да, и питьевой режим соблюдал, гиалуроновая кислота была, например, какой-то определенной фирмы, более удачная. И когда косметолог колол, так совпадало, что попадали в ту фазу, когда основные наши клетки, дермы, фибробласты, которые у нас ответственны за выработку коллагена, эластина, той же нашей родной гиалуроновой кислоты, они были в более активной форме, они были готовы, мы туда дали им гиалуронки, все прекрасно. А когда-то уколол, ну, не совпало, фибробласты половины уже были, скажем, отработавшие свое, новые еще не синтезировались, такой тоже есть момент. И из-за этого в последнее время в косметологии большое внимание уделяют именно пептидам. Почему? Потому что постоянно что-то колоть, постоянно давать заместительную терапию тоже не всегда хорошо. Это может привести к тому, что клетки наши перестанут вырабатывать собственные. Коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту. То есть они начинают лениться. Лениться, да? Совершенно верно. И по-хорошему надо нашим клеткам кожи создавать все условия, чтобы они сами вспоминали, как они должны все это вырабатывать. То есть если мы наносим сыворотку, пользуемся сывороткой, которая помогает вырабатывать собственный эластин, коллаген, здесь низкомолекулярная гиалуроновая кислота, да? То есть он включает работу полностью всех фибробласты, клеточек. Конечно. Да, то если девушка пользуется 25 лет, и у нее морщины еще не нет, как раз это будет отличная профилактика, да, чтобы как можно позже делать инъекцию. Совершенно верно. Она отсрочит этот момент. Просто многие из молодежи вот читают антивозрастное и говорят, да нет, мне еще не 50, у меня морщин нет, я пользоваться не буду. Получается, наоборот, это безграмотно. Лучше пользоваться тогда, когда еще нет, для профилактики, да, чтобы отсрочить появление морщин, обвисание кожи. Да, но надо помнить, что средство, которое вы применяете, оно должно быть для вашей возрастной категории. То есть не стоит в 20 лет брать мамин крем, на котором написано 50+. И, конечно, надо помнить, мы живем в мегаполисе, наша кожа постоянно испытывает стрессы. Окружающая среда, я уже сказала, вредные привычки и так далее. И уповать просто, я пока молодая, у меня все хорошо, но это ненадолго. И всегда надо смотреть на маму, как мама стареет. Скорее всего, будете стареть точно так же. То есть если мама, как я уже говорила, быстро начала, там, обвисание кожи какое-то, мелкоморщинистый тип старения, вы должны уже быть немножечко настороже. Стоит начать раньше уже за собой ухаживать, увлажнять кожу, какие-то массажи, микротоковая терапия. Ну, такие основные моменты, которые мы обычно в этом возрасте рекомендуем женщинам. Чтобы потом в 50 лет выглядеть лучше, моложе и просто как-то от хирургического вмешательства отказаться в этом возрасте. Ну да, тоже мало приятно, мало болезненно и... Ну и денег, конечно, стоит дороговато, да. Ну и бывают разные это результаты, никто же не знает, как чего поведет. И организм все-таки то это такой загадочен. К сожалению, да. Да. А вот чем отличается уход за кожей, если брать уже 50 лет? Нужно что-то более интенсивное или чаще ходить к косметологу, или более интенсивные сыворотки? И то, и другое. Во-первых, да, к
как я уже сказала, маркировка на ваших средствах уходовой терапии 50+. Uh-huh. Если в 35 еще был метод выбора, инвазивные методики, если, например, некогда посещать салон, чтобы там проходить курс каких-то там, терапевтических процедур, может, как говорится, уколоться 4 раза в полгода и достаточно. Или наоборот, ходить в салон, посещать косметолога и делать какие-то, ну, самые простые, как я уже сказала, микротоки, ультразвуки, массажи, применение каких-то более концентрированных препаратов салонных, то в 50 лет уже этого выбора нет, надо делать и то, и другое. Обращать внимание надо на то, что входит в состав средств, которыми пользуются женщины этой возрастной категории, тоники, средства для очищения кожи, они не должны содержать спиртосодержащих каких-то веществ, нефтепродуктов, скрабы должны быть с очень мягкими гранулами. Это не в 20 лет, когда мы можем кофе и поскрабировать, да, как вот любят сейчас рекомендовать. Уже истончение идет в этом возрасте эпидермиса и дермы. И с такой кожей надо аккуратно себя вести. Обращать внимание, чтобы крем содержал фитоэстрогены. Это химические соединения из экстрактов растений, которые работают наподобие наших родных эстрогенов. Ну, самые популярные там фитоэстрогены – сои, красного клевера, люцерны и так далее. Что еще должно входить в состав этих средств? Фруктовые кислоты, они дают постоянный легкий пилинг. То есть отшелушивание верхнего рогового слоя и обновление, соответственно, клеток, усиление работы клеток. Ну, как обычно, коллаген, эластин, всеми нами любимая гиалуроновая кислота. Но надо помнить, что, например, тот же коллаген – это белок достаточно крупной молекулы. К сожалению, он у нас не проникает глубоко в дерму. Он работает на уровне эпидермиса, верхнего слоя кожи, и дает только такой вот визуальный эффект. То есть на омоложение он не работает. Он работает только, ну, придать ухоженность. Внешнее, просто, да, внешнее разглаживание. Опять же, мы здесь возвращаемся к пептидам, потому что это тоже белок, по сути, просто маленькая молекула. И она достаточно мала, чтобы проникнуть спокойно через роговой слой и дойти именно до глубоких слоев дермы, там, где, собственно говоря, она нужна, и простимулировать те самые клетки фибробласты. То есть здесь пептидная косметика тем более должна включаться в рацион уходовых процедур, так как женщина этой возрастной категории испытывает гормональные какие-то перестройки, и параллельно с климаксом идет активация процесса старения, никуда от этого не деться. Что мы можем тогда порекомендовать, вот что делать тем женщинам, у которых, да, вот этот период начинается? Можем отсрочить вообще? Конечно, вот ваши практики? Если успеть, применяя, например, препараты эпифиза. Да, препараты эпифиза. Я очень люблю назначать препарат яичников, желатен. Его очень любят мои клиенты любой возрастной категории. А видны изменения вот, да, вот на коже? Изменения видны. Вот на коже изменения видны от сегумира. Это пептид, как ни странно, хрящевой ткани. Но эти пептиды работают на уровне дермы. То есть они как раз у нас активизируют фибробласты, улучшают строение коллагена, не дают этому коллагену быстро разрушиться. Ну, то есть они встраиваются также в межклеточный матрикс. И когда у меня клиентки принимают пептид хрящевой ткани, например, 3 месяца подряд, 4 месяца подряд именно с проблемами в суставах, как ни странно, все замечают, что лицо натягивается, видит явный выраженный лифтинг, улучшение структуры кожи. То есть это замечает приятное побочное действие. Большинстве. Да, это прекрасное, я даже сказала, побочное действие. Если мы, например, начинаем применять пептиды яичников, мы немножечко отодвигаем климакс и, соответственно, все процессы неумолимого старения, которые идут параллельно с климаксом. Потому что это не грубое вмешательство, у нас генетически мы не должны так быстро стареть и не должны так быстро впадать именно в этот климакс. Потому что убираем, отодвигаем преждевременное старение. Конечно, мы немножко продлеваем такой женщине здоровье в том числе.
Потому что климакс – это не только увядание кожи, это также и онкология, которая приближается в связи с этими гормональными перестройками. И, конечно, было бы неплохо ее немножечко отсрочить. А как проявляется внешне на коже, волосы, как изменяются, когда наступает период климакса? Да, к сожалению, изменяется, эстрогенов уже меньше, и, в принципе, изменяется все в худшую сторону. Кожа жирная была, стала сухой, морщины углубились, появилось больше морщин, подкожно-жировой слой распределился, идет этот гравитационный птоз, появляются грыжевые уже мешки под глазами, так называемые брыли. И идет очень прогрессивное изменение именно структуры самой кожи, текстуры ее. И это нас подталкивает к тому, чтобы более агрессивные методы использовать для таких женщин. Химические пилинги, какие-то лазерные методики. Но тут надо помнить, что в некоторых случаях, если, например, репаративный, то есть восстановительный резерв дермы снижен у такой женщины, то такие агрессивные методы ей нельзя применять. И это все определяет, естественно, косметолог в режиме салона, клиники, куда вы обратились. И в любом случае основной этап – это будет подготовка кожи к таким методам воздействия. Это насыщение кожи структурными элементами, какими-то активными витаминными комплексами, минералами, биологически активными веществами, как инъекционно, так и внутрь мы все это применяем, биопептиды опять же. То есть здесь подход должен быть грамотный. И надо помнить, это женщинам любой возрастной категории, что, в общем-то, считается 70% причин старения нашей кожи – это не возраст, это вредное воздействие ультрафиолета. Поэтому вот эти все солярии, нахождение под прямыми солнечными лучами, к сожалению, это фотостарение, и вы приближаете свою старость внешнюю быстрее. Внешнюю средства должны использоваться в любом возрасте, особенно для женщин уже такой возрастной категории, как 50 и больше. Потому что есть такие женщины, которые говорят: ой, здорово, я загорела, и морщин вроде меньше видно, да, кожа более смуглая и кажется более молодой, более здоровой. А на самом деле, получается, мы приближаем старение. Конечно, если вы посмотрите, сравните свою загорелую кожу с теми участками кожи, которые никогда у вас не загорают, оно будет отличаться в худшую сторону. Ну, очень интересно, да, в принципе, так и есть. А что бы вы пожелали нашим милым дамам, может, какой-то свой такой секрет красоты? У каждой женщины, да, есть какая-то своя фишка. Вот, что она считает, что дает возможность максимально сохранить молодость и долго выглядеть вот такой совершенной, максимально совершенной? Ну, по опыту могу сказать, что те женщины, которые себя любят, я бы даже сказала, пребывают в восторге от себя, у которых глаз горит, которые всегда на позитиве, улыбаются больше. Такие женщины выглядят гораздо моложе, даже в плане структурных каких-то изменений кожи, как ни странно. То есть внутренний настрой, позитивный настрой, он очень большую роль играет в сохранении красоты и молодости. Здорово. Большое спасибо. С вами была Татьяна Рыцкая и проект «Эндотериз Бьюти». Напоминаю, у нас в гостях была врач-косметолог Киселева Ольга. Вам счастья, здоровья, любви, молодости. Хорошего настроения. Радости. Да, настроение – это само собой. Кому понравилось видео, и если у вас есть вопросы, возможно, к Ольге, вы можете писать внизу под видео в комментариях, и все эти вопросы мы передадим Ольге, она по возможности ответит. Да? Конечно. Вот. Все, всем хорошего дня, времени суток и отличного настроения. До свидания.